У нас действительно находится 14 пациентов, но с диагнозом энтеровирусная инфекция. Этот диагноз выставлен на основании характерной сыпи для этой группы заболеваний. В эту группу заболеваний входят более 100 вирусов, в том числе и вирус Коксаки. Поэтому утверждать, что это Коксаки, не совсем правильно. Головлікар інфекційної лікарні ще раз нагадала городянам, як убезпечитися від хвороби. Для того, чтобы не заболеть энтеровирусной инфекцией, нужно соблюдать правила профилактики. Первое – это санитарно-гигиенические мероприятия. Обязательно мыть руки перед едой, после туалета, после прогулки. Обязательно мыть употребляемые в пищу фрукты и овощи. Если купаются на водоемах, обязательно нужно следить за детками, особенно если это маленькие, чтобы не заглатывалась вода. И тогда все будет хорошо. Всеволод Прокуф'єв, Валерія Васильєва, Олексій Правицький. Цей день.